Ну вот она и печка почти. Две трети, наверное. Выложили подушку. Колодцы стали делать. На три колодца будет. Нормально. Тут будет дымоход. Стопки. Вот здесь стопка. Туда в дымоходы. Семь рядов. Сказал около 2 метров. Так, говорит, 1,80 м. Около 2 метров. Около 2 метров не надо, мне надо 2 метра. Потолки 2,60. Ну, 2 метра будет нормально. Так что вот, топка большая, похоже. А, еще шамотный будет. Как они говорят, шамотный кирпич. Ну вот. В общем, вот так. Нормально.